Вот наверху это желтая слива, у меня синяя слива. В этом году никаких косточковых нету. Вот здесь на кустарниковую вишню вот поднялась, получается, хмель. Хмель. Вот из хмеля мы пиво делаем. Сейчас вот хмель цветет, потом шишки будут. Вот из этого хмеля делаем пиво из шишек. Чувашский национальный напиток получается. Жертвенный напиток называем. А всех этих поминальных этих это пиво пьем. Пиво называется сара. Сара. Многие ученые говорят, что это в честь пророка иранского Заратуштры, зороастризм. У нас вот религия, многие говорят, что с иранским этим зороастром, зороастризм с огнем, с водой. Ну, три-четыре стихии вот связано. Вот хмель всегда у нас этот выращивалась, и до сих пор мы в садах держим. У кого нет, в лес ходят, собирают, заготавливают. Вот.